Так скажет, что знаете, очень много ответить на распадки в поделке. Скажи, походу, нет, а чуть-чуть от вас загадка. А все, тяжесть теперь на себя взял мощный крупный парень. Нет. Делает бросочек, довольно резкий бросок делает. Нет, как захватывает ведущий момент паника. И вновь паника, посмотрите, какие движения. 41,6 секунды. Вообще все три двухлетки орловской породы на очень правильных движениях. Вы посмотрите, как работает по дистанции мощный паник. Ну, чуть поменьше красно-серая мерка выпала из борьбы, так же, как и загадка. Но все они работают на чистых движениях, и к ним вопросов по дистанции нет. А впереди Патрик, сын Куража, и позовут, я уже говорил, что Кураж победитель дивизионных призов на Орловском ипподроме, стоит в хозяйстве Александра Горина, 37,9 секунды. От кого он Кураж такой? Ну-ка скажи мне, пусть. От Ветра. Лучший, один из лучших детей Ветра. Сын Ветра, который от Выборга Иены, да? Дорогие друзья, вот Кураж, сын знаменитого Ветра, Завиваловского, сын Выборга Иены. Так, есть почему бежать Патрику. Знаменитый Ветер также выступал на центральном московском ипподроме и всегда боролся за первое призовое второе место со знаменитым Калаитом. Вторая четверть была. Вторая четверть была 37,9 секунды. И третья четверть 38,6 секунды. Это при сегодняшней такой дорожке и погодных условиях хорошие секунды показывают не только Патрик, сын Куража и Казаловы. А то что это будет сейчас залом? Залома и пробитки. Итак, финиш впереди. Патрик Сергей Васильев.